Ребята, приключений час. Ждет давно обзора трэша нас. Там Джейк, он пес, и Финн, парнишка. Всегда здесь хорошо, mog.org. В этот раз Финн и Джейк наткнулись на волшебную книгу, в которой они могут рисовать любые приключения. Но нет худа без добра, как и добра без худа. Им придется столкнуться с абсолютно новым злодеем — колдуном Каракулем. Сразись с его нарисованной армией на пастбищах в Империи Сласти, Снежном Королевстве и других уголках Земли. Но Каракулем в этой игре может стать любой желающий. Хочешь — твори свои приключения прямо в игре. А хочешь — бери в руки карандаш, или ручку, или фломастер. Рисуй уровень на бумаге, сканируй его и вперед навстречу приключениям! Что касается персонажей, то тут их не сосчитать. Финн, Джейк, Бимо, Снежный Король, Фиона, Пирожок и еще много других знакомых вам героев. Переключайся между ними, чтобы решать головоломки. Что касается управления, то тут все проще, чем у Бима. Эй, трэш! Вперед, назад, прыжок, удар. Вперед, назад, прыжок, удар. Вперед, назад, прыжок, удар. Вперед, назад, прыжок, удар. В игре классная анимация, забавные локализированные диалоги и мультипликационные видеоролики. В твоих руках игра, в которой можно создавать игру, чтобы ты мог играть в игру, пока играешь. Дай волю фантазии в новом приложении «Время приключений. Магистр игр». О нет, на этом наши приключения подходят к концу. Но если тебе понравилось, то быстро ставь палец вверх, подписывайся на канал и вступай в группу. Если ты герой или ты не герой. Это был обзор от mog.org, и я Трэш. До новых приключений! Baking pancakes, making bacon pancakes. Take some bacon and I'll put it in a pancake. Baking pancakes, that's what it's gonna make. Baking pancakes.